Поехали. Привет. Ну, у тебя первое ВЦГ. Расскажи свои впечатления. Можно без купюр? Ну, пока ничего такого захватывающего я не увидел. Большая арена, все прикольно. Сейчас, как пойдет турнир, посмотрим. Ну, говорят, что в прошлый раз все было круче, позапрошлый еще раз круче, а 10 лет назад был полный пипец. Я охотно верю. Да, и трава была зеленее, и все прочее. Ну, давай ближе к делу. Нас интересует прежде всего спорт. Что ты скажешь про свою группу? Ну, я думаю, группа проходимая. Если учесть, что там две команды, то есть мы уже из нее вышли. Ну, конечно, задача выиграть у Fire Gamers, у комплексити, у бразильцев. Это одна и та же команда. Ну да. Не перечисляют команды в группе. Проблема... Вернее, хорошая новость, что команда против нас только одна играет, плохая новость, что на карте Тускан. Ну, я думаю, мы как-нибудь справимся. А у вас с этой картой проблемы? Ну, мы просто не готовим, потому что считали, что лучше подготовить 4 другие. Оказалось, что от этой карты много чего зависит, в какую сетку мы попадем и так далее и тому подобное. Я думаю, что все нормально будет, и все-таки мы должны дожать их. Хорошо, как готовились к турниру? Время после российского финала было достаточно много. Понятное дело, мы весь сентябрь просидели на базе, тренировались. К нам приехал Ламыч, рассказал нам все, чего как надо делать. Мы, конечно, не на 100% все это впитали, но впитали, насколько мы это могли сделать, и пытаемся, чтобы он, когда будет смотреть наши игры, не расстроился. Я знаю. Слушай, ну а как тебе вообще город, как Калифорния? В принципе, ты же музыкант, а любой музыкант сюда мечтает попасть. Ну, дорога от аэропорта до отеля такой, ну, 4 бомж-тауна. А когда походили по даунтауну, съездили там туда-сюда, съездили на пляж, все-таки, как понимаешь, о чем идет речь, и как понимаешь... Когда говорят про Калифорнию, да? Да, не понимаешь, почему люди сюда приезжают здесь. Но ты планируешь здесь купить какие-нибудь музыкальные инструменты? Я обязательно схожу в музыкальный магазин. Самые хардкорные музыкальные магазины. Ну, не музыкальные инструменты, я думаю, там есть других музыкальных фишечек, которые можно купить. Слушай, а команда сюда приехала только на ВЦГ или планирует задержаться? Ну, в основном все после ВЦГ поедут, а я еще останусь недельку в Лас-Вегас. И так далее, и тому подобное, да? Понятно. Ну, слушай, но поговорим уже после игры тогда о том, что будет проходить. Сейчас перед матчем вообще что-либо говорить сложно, насколько я понимаю. Сложно, но будем делать все возможное. Все, спасибо. Давай.